По сути, мы с вами становимся непосредственными участниками становления нового промышленного базиса России. Для нас большая честь, что вот молодых промышленников, молодых предпринимателей мы участвуем здесь в рамках и на полях выставки «Иннопром». Поздравляю вас с началом зарождения новой традиции, которой мы будем придерживаться и впредь. Молодой промышленник сегодня – это яркий представитель бизнеса, которому не все равно, который занимается бизнесом для того, чтобы вкладываться не только в развитие своего предприятия, но и в целом в развитие всей промышленности страны. В основном это инновационные проекты и не импортозамещение, а импортоопережение. То есть у наших молодых промышленников сегодня голова работает на опережение. Спасибо большое организаторам. Благодарим экспертов за то, что достойно оценили наши результаты. Это очень ценно и мотивирует на дальнейшее развитие. В 2019 году я пришел на фабрику. Там цех начинался с 3 человек. Сейчас там работа уже порядка 100 человек за 3 года. И развиваемся, смотрим тренды, смотрим, куда идет рынок. Предприятие позволяет выпускать до 4-5 тысяч тонн металлоконструкций, сложных, уникальных в месяц. И таких предприятий, в принципе, которые могут это сделать, нет. И для этого нужны такие инженерные структуры, как мы. Основная миссия таких людей, как я, и всех, кто были собраны сегодня в этом зале, это именно воссоздавать производство и вводить его уже на качественно новый уровень мирового масштаба. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.